Из какой посуды ели сами императоры, можно увидеть в Ульяновском областном художественном музее. Эти сервизы производились на Российском императорском фарфоровом заводе, который открылся в 1744 году. Именно тогда Россия стала третьим государством в мире, где открыли свой секрет фарфора. Эти фарфоровые изделия выпускались исключительно для нужд императора и его семьи. В продажу они не поступали. Очень легко проследить период фарфора. Если перевернуть тарелки, то можно увидеть клейма. Они представляют собой первую букву имени императора, при котором была выпущена посуда. Так N1 – Николай I, E2 – Екатерина II. Так фарфор клеймился до 1917 года. Сервизы представляли собой огромный набор посуды, доходивший до 500 куверт. Именно столько посуды требовалось одному человеку на один прием пищи. В фондах музея находятся единичные экземпляры сервизов. Большинство из них поступили в Ульяновский музей в 1928-29 годах из Государственного Эрмитажа.